Доброе утро, мои дорогие. Вот. Увидели и были очарованы вот этим вот чудом. Вера вчера ездила на рынок, а все-таки не выдержала, купила. Вот. Но тетенька, которая продавала его, не знает названия. Если кто знает, как оно называется, напишите, пожалуйста. Ну, прелесть прям, не знаю. Кому-то, может, и не нравится такое, а мы прям, ну, просто обалдели. У меня есть вот такие, конечно, но это масенькие такие. Вот они. Не знаю, то что это, дикий лук или как он называется тоже. Маленькие. А тот-то прям, конечно, хорош. Смотрите, капли росы висят. А вот так цветет хурма, девчонки, если кто не видел. Такими маленькими цветочками, бело-желтыми. Желтые уже отцветают, обрезаю. Но они не то что отцветают, там маленькие еще будут цвести. Но вот эти с того края обрезала, там еще надо. Встаю рано, 5 часов. Тишина, красота. Говоря, ограничение скорости должно быть, если пешеходный переход. Ограничения скорости нет, а ставят пешеходный переход. Переход положить полицейских, да? Да, а как же? А как же? Вы знаете, что я вам говорю? Что? Что? Я знаю правила дорожного движения. Это уже ограничение скорости, перед ним сбрасывать скорость до 40 км/ч. Кто будет сбрасывать? Скорость. Кто будет сбрасывать? Девать некуда, видать. В России деньги шлет, да. Вот они и ставят. Холодная? Да не, нормально. Поближе ты подойди, что ж ты его. На голову, на голову. Бабушка сегодня на море с ним не ездила, потому что готовила. Все, холодная? Да. Вода в шланге нагревается. Вон сколько маков на участке цветет. А мы вышли погулять вечером. Жара спала. Народ прям на волне. Машины, дети. Все, сезон начался.
Ну пойдемте, ребят. И мои с палками. Разбойники. А я вот люблю собак снимать. А мне какая-то женщина написала: а где красоты Крыма? Одни заборы и собаки. А что сделаешь, если у нас одни заборы и собаки? Он какой. Да. Кругом маки. Там дальше будет полянка с маками. Вот, мне Ирина Александровна, люди, между прочим, пишут, почему мы с тобой не разговариваем ни о чем. Не знаю, мне кажется, мы уже так наговорились за 30 лет. Да хуха-то. Это муж с женой, когда проживут 30 лет вместе, много они разговаривают? Я много с Валериком разговариваю. Да. А ты ищи 30 лет. Да. Смотри, уже тересенка начала. Не, мы можем, конечно, разговориться, но это надо стопки по 3, по 4 принять. Тогда такой говор идет. Не успокоишь. Да. Мальчишки! Вон она, черешенка. Да, что-то мало, в том году больше было. Угу. Ты охраняешь, да? Юбка начинает зацветать. Березка-то стоит большая, выросла. Редкость она тут. А выросла вон какая высоченная. Здравствуйте, на березу на вашу любуемся. Да, красавица. Много лет уже ей? Году, наверное. Году 90. Я посадил ее, да. И вот она такая, да? 30 лет нету, такая выросла здоровая. Нет, 90, 2019. О, почти 30 лет. Ну, почти, я и говорю. Прям такая ровная, главное, такая хорошая. Да, я 4 привозил, 3 погибли, а одна вот. Редкость тут, да. А? Редкость тут березы. Березы, да. Это с Волги березка. О, с Волги. Да, сезон начался. Людей, детей. Машина. Егорка. Вот площадку строят. Здрасте. А что сами? Что вы? Так что теперь площадка будет детская. Это песочка привезли. Угу. Да, маленьким детским место будет. Вот завтра будет. Приходите, снимайте и выкладывайте. Обязательно. Как это сделано руками родителей. Молодцы. Без помощи администрации и всех остальных, потому что мы не населенный пункт. Ну, молодцы он, ребятки, молодцы. Молодые, здоровые. Там птичка раздавленная. Ой, фу, пойдем. Тут же что ж такое. А он этот вам. Думаю, тоже такой заросший. Ага.
Вот, у нас сегодня поставили знаки пешеходного перехода. Вот честно сказать, он тут нафиг не нужен. Тут никто не ходит. Ну, если может, ну, я не знаю. Ну, машины ездят, да, в деревню. И то тут такая дорога, что Жигули какие-нибудь только могут, которые не жалко. А так тут никто не ходит. Один черный наш дорогу перебегает. Зато теперь по пешеходному переходу будет ходить. Да, он будет, да. Вот такие знаки огромные поставлены. Так его не видно из-за деревьев. Так поставили. Вон они. Как носились, так и носятся. Никаких знаков ограничительных нет. Если бы положили еще лежачего полицейского, я понимаю. А так, вот кто видел, какая у меня тут авария была прямо здесь. Они носятся аж он по 120 километров в час. Но зато знаки стоят, теперь будут отражаться от света. Новые. Новые. Это... Ладно, мои хорошие, погуляли с нами. Спасибо вам большое. А мы пойдем сейчас спать собираться. Пока-пока, мои дорогие. Как говорила моя бабушка, завтра будет день и будет пища. А сегодня всем спокойной ночи, да, Чернуха? Да, мой хороший? Да, грязный вывалился.